Все танцы, стихи и песни сегодня посвящены ему, заслуженному учителю Ивану Григорьевичу Кувшинову. Он пришел работать в третью школу со времени ее основания, в начале 50-х годов 20 века. Учитель, прошедший Великую Отечественную, преподавал математику. Он внес огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. Со своими коллегами и учениками он не расставался всю жизнь. Любовь к профессии и к людям, а также мудрость и позитивное отношение к жизни сделали его человеком с большой буквы. Иван Григорьевич – это живая легенда нашей школы, это олицетворение того, каким должен быть настоящий человек. Это воин, это участник войны, это победитель, это учитель с большой буквы, который подарил многим поколениям детей нашей школы счастье и возможность быть образованными, умными, грамотными ребятами, настоящими патриотами своей страны. Ветерана поздравили нынешние учителя и те, кто когда-то вместе с ним воспитывал учеников. Коллеги вспоминают, что к каждому ребенку Иван Григорьевич имел отдельный подход. В каждом смог раскрыть талант. Иван Григорьевич воспитал огромное поколение учащихся и его выпускники школы, кандидаты наук, даже профессора есть. Они находятся в разных городах нашего СНГ. К поздравлениям присоединились и представители Демократической партии Ак-Жол. От имени филиала партии, от коллектива ТО ПСП «Серик» мы пожелали долголетия, бодрости духа, а также всех жизненных благ. Мы рады, что можем участвовать на таких мероприятиях, поздравлять наших ветеранов и от души благодарны. Для современного поколения Иван Григорьевич – яркий пример мужества, оптимизма, стремления и мудрости. Участники праздника пожелали также собраться через год, чтобы отметить уже столетний юбилей этого большого человека. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.